Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Июнь месяц, желаю вам хорошего лета. Ну а у нас пришло время отчитаться по нашему совместному проекту «Ветер в гриве». Это уже пятый отчет. Мы вышиваем лошадок на удачу в работе, на повышение в работе, ну и просто из-за любви к этим прекрасным, очень добрым и красивым животным. Итак, приглашаю вас к просмотру. Давайте посмотрим, какие у нас успехи за этот месяц. Елена Тарануха, наш блогер и очень активная рукодельница, участвует в нашем совместном проекте с наборчиком фирмы Лукаэс. И посмотрите, какой хороший прогресс у Елены. Пишет нам Елена, что отшился пятый лист не полностью, были и невышивальные дни, и дни, когда вышивалось мало. И пишет нам Елена, что в июне хочет нагнать свою норму. Ну, а за подробностями заходите, конечно, на канал к Елене. Ирина Силаева отчитывается нам, во-первых, по наборчику фирмы Риолис Амазонка. Вышивается на 15 аккаунта, и очень хорошее продвижение по данному процессу. А также набор фирмы Панна Легенда, размер работы 34×34 сантиметра. Мы видим, что Ирина уже фон обшила вокруг лошадки, и я думаю, что в следующем отчете мы уже увидим и саму лошадку, точнее здесь у нас единорог. И также наборчик фирмы Лукаэс Чемпион, здесь тоже хорошее продвижение. Вот такие вот процессы были в этом месяце. Наталья Ступак вышивает набор фирмы Custom Crafts и радует нас вот таким отчетом. Пишет: вот и появились носики. Первая лошадка готова. Я думаю, это мальчик. Теперь осталась вторая лошадка, и работа будет готова. Хочется ее вышивать активней, но немного устала от неярких цветов. Но буду стараться вышивать побольше. Хочется ее завершить к концу СП. А нам как хочется полюбоваться на результат. Какая красивая работа получается. Татьяна Муратова вышивает набор фирмы Алисы, размер работы 22×26 сантиметра, здесь 14 каунт, основа гамма, мулине 23 цвета гамма, и пишет, что продвижение за май, деревенька, облака и вода готовы, осталось вышить цветы и травку, а бэком в этом процессе нет, то есть осталось уже совсем-совсем чуть-чуть, и будет уже готовая работа. Желаем шустрой иголочки. Марина Лакиза вышивает оригинальный набор панны, это золотая серия, силушка богатырская, вот такой красавец мужчина на белом коне, всем такой нужен. Продвижение в этом месяце очень хорошие, несмотря на то, что Марина вышивает потихоньку, пишет, что вышивает по 100 крестиков в час, потихоньку, не торопясь, но тем не менее видно, что работа растет, продвигается, и мы потихонечку уже начинаем видеть этого богатыря. Элиза Элиева вышивает в нашем СП две работы. Во-первых, это бисерный процесс, аллюр от магии канвы. Мы видим эту фотографию с левой стороны. Работа продвигается, но, как нам писала ранее Элиза, что она этот процесс выживает потихоньку, потому что он очень такой символичный и, как говорится, хочет растянуть удовольствие. Ну, а второй процесс – это работа новой слободы ветки сакуры на тонированной основе. Очень нежная и интересная работа получается. Светлана Кузнецова вышивает новиночку от фирмы Риолец, пара лошадей. Вышивается шерстью, используется здесь крест, полукрест и французский узелок, и даже стежок бэксич и даже бленды. Вот так. Пишет, что в этом месяце вышилось немного, так как начались огородные заботы, но тем не менее есть продвижение. Я думаю, что у Светланы все получится, и до конца СП мы увидим все-таки готовую работу. Алена Каменева вышивает очень интересный сюжет от Эвы
Rosenstand Horses and Puppy Cross Stitch Kit. Производитель Дания. Размер работы 239 на 187 крестиков. 28 цветов ниточек используется. Пишет нам Алена, что вышито 60% работы. На сегодняшний день это самый любимый процесс. Очень красиво получается. И я думаю, что к концу СП будет полностью готова работа. Настя Маркова вступает в наш совместный проект с оригинальным набором. И вот что нам пишет. Так как моя викторианская элегантность от Dimensions закончена, а продолжать участвовать в СП хочется, то хочу вступить в СП «Ветер в гриве» с набором от фирмы РТО «Полярный эспрессо». Вышивать буду на примету. Хочу, чтобы меня буквально завалило работой. Ох-ох-ох. Вышивка выполняется на канве очень красивого голубого цвета 14 каунта. В работе используется 56 цветов ниточек ДМС. Техника полукрест, крест, есть 3 четверти креста. Размер готовой работы 31 на 37 сантиметров. Вот такой оригинальный, очень интересный набор нам представляет Настя. И мы, конечно же, с огромным нетерпением будем ждать отчетов, потому что я, к примеру, отшива данного набора еще не видела. Очень интересно посмотреть, как будет получаться. Ну и, конечно же, желаем исполнения желания. Елена Канева продолжает участие в нашем СП уже с новым наборчиком. Это, как вы видите, набор от Клубка Желаний. Называется «Зимний бег». Вот такие лошадки. Это дизайн Dimensions, как мы знаем, но давно снят с производства. Его уже не найти. И вот в такой сборке Елена будет вышивать этот набор, а мы с удовольствием будем наблюдать, как продвигается эта работа. Желаем удачи! Галина Парадайз вступает в наш СП с оригинальным набором фирмы Panna. Размер работы 43 на 36 сантиметров. Канва здесь 14 каунта, нежно-желтого оттенка. Ниточки гамма, всего 11 цветов. Начало положено, вот мои первые 1000 крестиков в этой работе. Вышивается очень легко и приятно. А сюжет какой добрый и романтичный. Ждем новых отчетов. Марина Филиппова вступает в наш совместный проект вот с таким интересным наборчиком. Это набор фирмы Panna G692 «Корабль пустыни». Размер работы 90 на 200 крестиков, 19 на 39 сантиметров. Ниточки гамма, 36 цветов, канва этамин 25 каунта. Ну что, пишет нам Марина, грива есть, ветер, который перегоняет дюны, есть. Надеюсь, подойдет дизайн по теме. Ну как же не подойдет, когда и грива есть, и ветер есть? Конечно, подходим. Желаем удачи! Светлана Селезнева все-таки решила заменить процесс и берет свою работу всем известный димовский петит с лошадкой. Пишет Светлана, что у меня это копия от Classic Dazing. Размер работы 145 на 73 крестика. Используется 25 цветов. Крест, полукрест, французский узелок. Вышивать будет Светлана на Мурана 264 цвета. Вот такие красивые фотографии и первый старт, первые крестики. Присылает нам отчет Илона, канал на YouTube «Хвостатики». Это оригинальный набор фирмы «Риолис». Называется «Ветер в гриве», как и наш СП. Вышивается на черной аиде 14 каунта. Ниточками мулине используется 19 цветов. Размер готовой работы будет 30 на 45 сантиметров. Вот такое вот продвижение. Красота получается необыкновенная. За подробностями заходите на канал КЛО. И мой отчет по дизайну фирмы Анкор. Это сэмплер «Деревенские лошади». Есть хорошее продвижение. Я работала над центральным элементом, над моей лошадкой. Также вышивала с левой стороны, приступила к сюжету с одинокой лошадкой и с правой стороны, где строится конюшня. Но, к сожалению, у меня не хватило трех ниточек. В данном процессе используется
около 30 цветов. В принципе, всех цветов используется совсем по чуть-чуть, но есть 5 оттенков, в частности, которые используются в центральном элементе в лошадке, которые очень много используются. И целых 3 ниточки мне не хватило, 3 цвета, точнее, мне не хватило. И пришлось ждать, пока откроются магазины, и докупить необходимые оттенки. Но все уже я приобрела, и надеюсь, что в следующем месяце я с радостью и гордостью представлю уже полностью завершенную работу. Я над ней так трудилась, что этот момент очень-очень жду. Ну, на этом у меня все. Спасибо за ваше активное участие. Не забывайте добавлять фотографии готовых работ в журнал, в альбом с готовыми работами, так как в конце нашего СП состоится розыгрыш. Ну и, конечно же, нашим зрителям интересно зайти и посмотреть уже на фотографии готовых работ. На этом все. До новых встреч.